Форчине. Территория Форчине. А спортивный городок и лежит полоса препятствий. Да все вместе, комплекс, видимо. Какого подразделения я не скажу. Сейчас мы сами сориентируемся. Это примерно тут поближе к станции размещается. 23 июня 2020 года. Ветерок. Попытаемся все равно сделать видео. Это элементы, имитирующие и макеты танка. Ветер. Хоть задом наперед. Довольно много объектов подобные здесь. Видимо, надо было... Да. Сюда, сюда и дальше. Да, дальше. Макеты танков. Тут дорожка асфальтированная. И не одна. Подобные тут штуки 3-4. Наверное, тут же нормативы, наверное, ждавали. Соревнования. Вот вторая дорожка. Там дальше третья. Вот если мы пойдем вот оттуда. И идем дальше. Здесь вот окоп или же. Может быть, даже тут водоем был. Это видно, таскать надо было ящик этот, имитирующий ящик с боеприпасами. Предполагаю. Так вот, наверное. Дальше выскакиваешь, и дальше надо еще бежать через полосу препятствий. Это все полоса препятствий. Вот, надо было пройти этот лабиринт. Через стену перепрыгнуть. А рядом вон такие же стоят, еще три комплекса таких. Пробежаться потом, подняться по лесенке, видимо, подняться по этому, по перекладине или по бревну. Спрыгнуть. Здесь надо было также это преодолеть. Еще тут окоп, не окоп, извините, окна. Или старт был с этой стороны, может отсюда, я не могу предположить. Вот здесь, потому что лесенка, засмущался я. Может быть, даже с этой стороны начало было. Вот таких вот штуки 3-4, наверное. Здесь они, вот объекты. Комплекс этих объектов. Вот так мы бы увидели уже станцию. Здание станции. Вот тут можно было спрыгнуть. Не можно было, а нужно. И пройти под землей, вон там выйти. Там окоп. Вот он. Вот он. Ну, дальше там забор был. Сейчас там проходит автомобильная трасса. Там же ЖД. Мы бы видели уже станцию Форчине. Посмотрели. Идем немножко левее. Вот то же самое. Под землей проходить надо было.
ну и выполнить весь комплекс упражнений согласно нормативу. Ну как заговорил. Прыжки, что означали поздний. Вот все они одинаковые. Три, по-моему, таких полосы препятствий. Тут, видимо, были перекладины. Туда перейдем сейчас, на ту сторону. Времени сейчас 11 часов. Что-то здесь было сломано. Как бы это ни была вышка... Нет, нет, не буду сочинять. Это пресс качали здесь, да. Вот перекладины. Наверное, вспомнят бойцы. Подобных городков больших нет, более здесь поменьше встречал, возле каждой столовой, возле каждой, это забитый палец гусеничный, по-моему, да, мужские растяжки цеплялись. Эти елочки, конечно, выросли здесь, сосеночки, недавно. Здесь был пустырь. Здесь была площадка. Вон проглядывается труба бани. Баня, там же котельная. Вот мы еще куда вышли. Тренажеры. Вот здесь надо было подняться, пройти по бревну, ну, может, не бревну, как уже упражнение называлось, не могу сказать, пробежаться поверху, спуститься, тут что-то вот все, все это в комплексе, а здесь окоп. Слышно, наверное, машины ходят, машины, поезд идет. Вот здесь в это поверху все бегали бойцы. Уж не знаю, коп ли это. Он тут и текст. Не читается. 80-й лишь. Имитация стены. Оконный район. Там дальше тоже еще есть некоторые тренажеры. Увидим сейчас. И будем потом завершать. Солнце то есть, то нет. Нам повезло, солнце появилось. Дождя нет. Вот тут тоже перекладина, он проглядывается. Я начинал говорить, такие есть. На территории возле каждой столовой, возле школы прапорщиков, возле учебных классов. Но это огромен спортгородок. Спортгородок или же, как уж назвать его, полоса препятствий. Куда-то забрел я. Надо выходить. Перекладины. Вот забор уже пошел, по-моему, это котельная там начинается. Или же я ошибаюсь?
Стильная баня. Тут щепка асфальтированная. Вот она. Также он перекладины. Где-то я встречал еще брусья импровизированные. Тоже тренажер. Видимо, здесь пресс качали ребята. Мы вышли. Мы обошли всю эту. Весь комплекс. Вон попали мы снова на имитации танков. Элементы, вот они. Макеты. Это не похоже на перекладины. Что уж тут. Быть может, были просто плакаты какие-то. Наглядная агитация или же пояснительные какие-то учебные плакаты. Где же брусья эти? Я это и видел, когда тут ходил. А вот, наверное, они и были. Хотя не уверен, нет. Это я не уверен. Ну и потихонечку завершаем наше видео. Надеюсь, будет интересен участникам группы. Быть может, вспомнит, как сдавали нормативы, как учились здесь боевому мастерству. Вот это и были брусья. Тут же и перекладина. Может быть, даже скамейки вот это. Все. Всем всего доброго, до свидания. Сегодня 23 июня 2020 года. Мы посмотрели спортгородок, или же лесу препятствий, или же в комплексе. Полосу препятствий, спортгородок Форт Сын. До свидания.